Итак, я попил. Первый спаун. Поехали. Ну, четвертый тоже неплохой. Выдался такой. Фу. Сраная бабка, блядь. Глухая, сука. Будем надеяться, что дед быстро придет спать. Говноед. Четыре фейка подключил. Победа далека. Вдвоем бегут. Хорошо. Калитки пооткрывали. Зачем они это делают, вопрос? Спокойной ночи. Сколько уже время, кстати? Уже нормально, уже 11:30. Ничего себе, мы поздние. Ничего себе, мы поздние. Это да. Ну я еще вот эту и, может, следующую на четвертом спавне там попробую. И, наверное, уже все. Эх. Сука. Да бери. Понятно. Сейчас она войдет. Ах ты конь. Ха, обманул. Для кого 11:30, для кого 1:30, ну да. Из подстава нельзя выходить, я пробовал, поверь. Если не пройду, будет ли еще стрим, я не знаю. Скорее всего, если я не пройду, будет видос, где я пройду. Но я очень сильно планирую пройти на стриме. Очень сильно. Грэнни 3 сниму в МЖ. Дед, пожалуйста, давай. Мы все скрещиваем пальцы и ждем, чтобы он наконец-то пришел. Умоляю, приди, пожалуйста, дедушка, приди спать. Дедуля. Дед, ты пидор. Близнецы на экстриме, не знаю, ничего не могу обещать. Так, сейчас, секунду, все равно деда ждем. Спавны перепроверю. Тут у нас... Я понял. Он кокос улетел.
Спокойно. Дед еблан. И вниз ушел. Моя ты умничка. Ладно, дверь они все равно не закроют. Сейчас спавны проверим. Тут я в безопасности. Кокос мы уже сломали. Доска нужна будет, окей. Сейчас возвращается дед. Возвращается дед. И бабка зашла. Скай, издевайтесь. Поебать, за ней пойду. Иди нахуй. Что-то случилось? Кто монетку уронил? Кто монетку уронил, блядь? Кто монетку уронил? Кто Ленина уронил? Мать, ты больна, чешу. Она там пошла капкан ставить, я ее не вижу, я тут не двигаюсь, блядь. О! Так, нужен дед. Давай, давай. Срочно. Сейчас еще успеем кое-что сделать. Быстро, 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 ух! Успел.
Хорошо. Долго, дед, долго ты, блядь. Блядь. Я от звука испугался, а не от самой Слендрины. Есть. Хорошо. Все, теперь нам точно нужен дробовик. Теперь нам прям 100% нужен дробовик. Все вроде сделал. Рычажок есть, спички уже донес. Бревно надо... Там оно лежит внизу. У птицы будет рычажок. И нам осталось только надыбать ключ. Ключ. Не, рычажок, погоди, рычажок, кажется, на втором этаже. Сейчас я точно скажу. Где рычажок, блядь? Рычажок. Я забываю, блядь. Хуй тут в этой игре. Да, рычажок на втором этаже, значит ключ. Ключ у нас в сарае. Правильно, сейчас я перепроверю. Все равно ждать деда. Ключ, 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 ключ. Этот ключ от поезда. Ой, ключ от поезда у нас этот, у птицы. Фух. Спокойно. Что вы там пишете? Итак, господа, что мы имеем? Нам нужен дробовик. Нам нужен дробовик, и мы поджигаем птицу, забираем последнюю, считай, детальку, которая у нас заблочена. И после этого все. Сломала доски. Сломала доски. Это хорошо. Сейчас делать нечего больше. То есть мне надо просто сидеть и ждать. У меня все остальное заблочено, надо дробовик. Ждем дробовик. Будет дробовик, будет нам счастье. Поэтому ждем. Поэтому с подождем. Но он еще не ложился спать. Он вечно ходил. Может, пора уже лечь? Я как бы уже много чего сделал. Ну, вы ходите, ходите. Кто-то заходите. Дед, давай. Можешь не спать. Дробовик оставь и иди нахуй. Все нормально будет. Секунду, я попью, пожалуй. Ой. Попью, поохуеваю. Почти 4 часа играем в эту ебалу. Итак, у нас есть монетка и рычаг.
рычажок от щитка у нас, по сути, уже есть. Поэтому на него похуй. Никто не идет, никто не хочет идти. Да. Топ-контент? Не, это не культурно. Так. Нахуй. Блять. Наконец-то. О, она поломала все доски. Все хорошо. Только Свендрина еще есть. Это плохо. Сюда, сюда. Эй, хуйня. Чтоб точно. Им что, всем похуй? Чего никто не пришел? Или должно быть три сигнала? Ура! Они прибежали, блядь. Иди нахуй.
Нет, лучше по-другому. С Богом. Давай, давай. Нет, дед не прибежал. Дед не прибежал, 4 часа идет стрим. Сука ёбаная, какого хуя? Я проходил. Я ж не такой жирный. Ох, это было жестко, блядь. Ах ты, сука, не смей. Так, они пока тут лазят вдвоем, ну их нахуй. Мне кажется, дед сюда пришел. Дед здесь ходит. Ну, пожалуйста. Ах ты гнида. Капкан. Капкан. Есть капкан? Она не смогла выбросить капкан из-за досок. Есть. Сандрину ловлю. Я к ней готов. Быстро, 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 быстро. Ага, есть. Раз, два.
Все хорошо. Спокойно, не надо, он пройдет. Ча, еще Сандрина сзади, блядь, видите, нахуй? Прочитал, нахуй. Пидораску такую. Все, ждем, пока вдвоем уебывают. Берем билетик. Дед не ушел. Дед должен вторым идти. Ждем деда. А вот и дед. Пидораска, соси хуй, не убьешь меня, блядь. Я чистый. Спокойно. Спокойно. Все, господа. Ух, ебать. Прощай, капканчик. Было весело. Ебать, за день. За один день. Сосать, блядь. Жестко. Ебать, только у Сандрины только что не было волос. Ебать, лысая хуйня! Тупо лысая хуйня. Все, без смертей, экстрим. Прошли. Этот экстрим легче, чем был на прошлой версии, но все равно сложный. Но тот был еще сложнее несколько раз, но мы смогли в этот раз. Все. Слава богу, теперь можно идти на покой, так скажем, отдыхать. Больше 4 часов идет стрим. Время уже почти ровно 12 ночи. Все, всем спасибо. Давайте ровно в 12 закончим. В общем, да, это было весело. Это было очень весело. Все, слава богу, мне не придется это видосом проходить. Честно, так не хотелось это записывать видос, эти попытки. Вот на стриме прошли, в конце прям идеально, просто идеально, отлично. Можно там отдельно вырезать со стрима, что я прошел, и все. Все, хорошо. Хорошо, мы прошли. Да, никто, я читал, тоже молодец. Да, оно легче уже проходится, чем было. Я, конечно, у меня было больше шансов ранее, чуть ранее. Но там я тупил, там я что-то еще, там капканы, блядь, там рычаги. Не везло мне, но в конце все-таки добились своего. Фух, все. За 2 минуты терпеть. Охуенно. Спидран, блядь. Ага. Так, господа, что по времени? 2.50, ой, 2.50, сука, 23.58 у меня. Ровно через 2 минуты начинается воскресенье. И, собственно, да. Завтра будут видосы, посмотрим, какие. Я буду что-то снимать сегодня, потому что в запасе-то у меня ничего не осталось больше. Ну, Hotel Insanity вы просили, я сниму. Там вот эта шляпа какая-то, вот тут 5 ночей у шляпы, 5 ночей у шлепы. И The Sun будет, обязательно. Посмотрим. Посмотрим, что будет. 2 или 3 видоса завтра. Но, в общем, ребята, все. Я думаю, можно прощаться. Здорово, Павел. Мы как раз заканчиваем. Экстрим прошли. Этот чизкейк и кот бегемот. Зайдите потом в стрима. Все, господа. Закругляемся, я думаю. Сейчас уже будет ровно 12:00. У меня, и мы выключаемся. Все, всем спасибо, всем пока, было очень весело сегодня. А то, ну, если бы я прошел экстрим раньше, это было бы скучно, согласитесь, без капкана вот этих, или все, все. Всем пока, спокойной ночи. Уже ровно 12, я отключаюсь. Всем пока.